Софья, не стой на месте! Давай, не уйду! Беги же! Ну! Догнать! Нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. Они где-то рядом. Прием. В центре мы расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача — найти пропавший разведотряд. Попробуй вызвать штаб. Последний раз оттуда сообщали о нападении, а потом все затихло. Это было через пару минут после боя у развалин. Затем они отступили от штаба. Ха! Скоординированный ложный маневр. Они растягивают наши силы. Разведка обосралась по полной. Никакие это не крестьяне. Ага, это партизанская тактика. Они сразу пошли обрезать нам связь, как только мы прибыли. Черт, придется карательные акции устраивать. Времени уйдет куча, Константину это не понравится. Но все лучше, чем нас по одному валить будут. Эй! Нас атакуют! Пойдем на разведку. Правее кусты. Цель снова... Где угодно.
всем отрядом следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Не восстановлен. Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они рассчитывали, что мы пойдем за ними. Черт. Они не отступят. Черт, он еще тут. Thank you.
холодно будет. Византийская боевая галера? Она-то сюда как попала. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, всажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Thank you.
Я ему уже ничем не помогу. Всем постам. Нужно навести порядок до его приезда. Эй, меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя, съесть ни к черту. Это было что-то. Псих бешеный. Бросится на троих вооруженных людей с одним топором. И как только одного из них удалось взять живым. Кажется, там что-то было. Я посмотрю. Есть. Это еще, блин, откуда? Что это? Где-то там, а? Еще прибывают. Пока кто-нибудь не отключит насос, держите эти ящики как можно дальше от огня. В них патроны. Каждый на вес золота. Стрельбы уже пару минут не слышно. Вроде все спокойно. Насовы не расслабляйся. Пока не восстановим связь с тюрьмой, будь начеку. Нам рассчитывать. Открытие! Прочесываем и ликвидируем. Вперед! Вон она! Пошли! Проникновение у нас нарушитель.
Либо заговорит, либо сдохнет. Поди пулю этому уроду. Выстрел в голову. Жуткая смерть. А часики-то тикают. Ты же понимаешь, что сдохнешь, если не расколешься. И не только ты. Вся твоя семья. Все до единого сдохнут в муках. А мы полюбим. Только один шаг. Говори, где остальные? Подумаешь, взорвали пару цистерн. Нам это как слону дробина. Как оно там? Утечку вряд ли устраним. Тогда придется перекрыть трубу, пока не найдем новый выход. Сомневаюсь, что сможем найти здесь запчасти. Я оставил тебя за главного. Да, сэр, но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть. И понимать, как много зависит от успеха операции. Да, но... Нет. Нет. Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Тише. Тише. Не бойся, страданий. Тут... Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными. И войдете во славу святого источника. Боже, прошу! И что с ним делать? Нет! Не трогайте его. Похоже, у нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Этой хреновине лет 50. Кажется, ветер сломался. Давайте его перекроем. Мы больше не можем позволить себе терять топливо. Сейчас сделаю. Держи крепче. Надо приложить усилия. Черт, муфта прохудилась. У нас можешь проблемы помочь? Со старой топливной системой. Поводов для паники нет. Мы ее чиним. Мы совсем без грёбаного топлива останемся. Пойду посмотрю. Не отвлекайся. Это еще, блин, откуда?
отсюда. Все чисто. Подтверждаю, порядок. Незаметно здесь не пробраться. Должен быть другой путь.